Рыба-кит, папа рисует. Привет, я Ваня. Сегодня я хочу нарисовать тигра. Рисуй со мной. Я очень просто рисую тигров. И тебе покажу, как я это делаю. Для этого у меня есть гуашь и кисточка. Этого достаточно. Тигр у меня будет оранжевый, супер оранжевый. Я прям беру сразу оранжевый и рисую тигра. Смотри, как я рисую. Рисую ему кружок. Это его голова. Здесь у него голова. И думаю, даже можно чуть-чуть желтого добавить, потому что он такой оранжевый, прям яркий-яркий. Здесь нарисую его тело. О, он такой длинный, тигр у меня длинный, но у него еще и длинный хвост. И я его тоже нарисую, хвост. И также 4 лапы нарисую. Одна лапа, вторая лапа, третья лапа, четвертая лапа. 4 лапы, голова и уши. Уши вот тут одно ухо, второе ухо. Я думаю, примерно так у тигра уши выглядят. Он такой кошка, натуральная кошка. Кошка. И, конечно же, пока что он не похож на тигра, ты скажешь. Да, он не похож на тигра, потому что нет полосочек. А глаза не зеленые или не желтые. Я не знаю, какого цвета у тигра глаза, но я, наверное, нарисую их зеленые. Сначала я добавлю белого и нарисую два глаза. Один глаз. У меня такой тигренок, можно сказать. Ну, такие большие глаза. Один глаз, второй глаз. Отлично. А теперь можно приступить к полосочкам. Кисточку хорошо вытирай и рисуем полосочки. Полосочки рисуем черным. Макаем и рисуем полосочки. Одна полосочка, две, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такие полосочки. На хвосте тоже. И я знаю такую песенку. 33 полоски на хвосте, на животе и даже на ушах. Такую песенку я слышал в детстве. Это мне нравится песенка. Рисуем ему носик. Здесь тоже полосочки у тигра есть. И здесь полосочки есть. Он такой довольный тигр. У меня тигр будет исключительно добрый, улыбается. Я хочу еще нарисовать зелененьким травку. Мне кажется, травка прям ему очень подойдет. И он прям в джунглях живет, может быть, в джунглях Индии. И такие зеленая-зеленая трава. Где-то она высокая, где-то низкая. Постарайся ее нарисовать побольше, со всех сторон, чтобы она прям росла сверху вниз. И говорит тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп, чтобы прям ярко было. Нарисуем ему зеленые глаза. Мой тигр с зелеными глазами. Очень-очень добрый тигр. И, конечно же, теперь будем рисовать ему ротик и глазки черным. Для этого я возьму тоненькую кисточку. Вот такую тоненькую кисточку. Возьму черненького. И зрачки нарисую. Вот так, так. А здесь... Так, и усы нарисуйте. Каждая кошка должна быть с усами. Такой вот у меня тигр. Очень-очень добрый. И можно блик сделать на глазки. Блики, тогда он сразу станет еще веселей. А здесь можно зубки нарисовать. Ура! Вот такой добрый тигренок. У меня получился. Я надеюсь, у тебя тоже получился. Рисуй со мной, это очень просто. Свои работы присылай мне в Инстаграм рыбакитпап рисует. И всего тебе хорошего. И привет маме, папе. Пока-пока.